Всем привет, ребята! Это мое первое видео, где я сейчас сделал подставки для телефона. Вот как они выглядят. Вот эту первую беру, вот тайл тут 1:3. Так, а вот это вот с бриком 1:1, который помогает не выпадывать телефончику. Вот, и сейчас я вам покажу, как вот это вот собрать. Так, сейчас возьмем их и пойдем. Как бы перед началом мы сейчас их разберем. Их. Первый разберем вот эту вот. Чтоб показать, какие тут детали, и показать, как она собирается. Тут всего немножко деталей. Первое, берем вот этот вот барик. Ставим брик 1:1. Вот этот вот брик, кстати, 3:3. Точнее, 2:3. Кто вот такого нет, может заказать на Store Bricks. Вот, ставим таких же брик 1:1. Синенькие, прикольненькие. Теперь ставим тайл. Вот такую вот гладкую детальку. 1:3. Вот такой вот тайл. И последняя деталька. Брик 1:3. И бумс. Все готово. Теперь покажем, как вот этот вот собрать. Он чуть-чуть посложнее. Со стойками. Вот. Вот. Берем вот эту. Ставим. Брик 1:1 черный и красный брик 1:1 красный уже. Вот это черный брик 1:1 уже. И что? Вот. Берем теперь вот эти вот стойки. Ставим их. Вот. Кстати, это 1:4. У кого таких вот деталек нет? Тройных вот и вот таких. Но можете заказать на Store Bricks. Так, а мы продолжаем. Вот так делаем. Я вот так, я уже запутался. Ладно, вот так. Вот так. И последний штрих вот так. Если вам поставьте, ставьте свои драгоценные лайкосики. И мы заканчиваем видео.